Вот еще один пример приведу. Движение средние волны. Набираю частоту. 873 килогерц. Затем что-то переключилось. Это радио Молдова. А сейчас получим телевизионный канал Молдова. На частоте 87. Vă mai informăm, cea de-a treia ediție a expediției din țară la La Play revine în acest an cu 10 concerte în 10 locații deosebite. Contactat telefonic de Radio Moldova Actualități, managerul Orchestrei Naționale de Tineri din Moldova, Adriano Marian, a spus că scopul acestui proiect social este de a promova prin muzică locurile și oamenii. Набрали частоту 837. Нажимаем рекорд. FM мод. Получаем 83-75 МГц. Звук телевизионного канала молдавского телевидения. Ловит превосходно. Даже в помещении. Вот такие классные особенности приемника Ritekis, он же Tildeo V115. Я напоминаю, можно получить и длинные волны, и короткие волны, и FM до 230 МГц. Начинаю от 30. Путем набора частот. Кому понравилось, лайкаем. Спасибо за просмотр. Пока.